На минувшей неделе в республике наблюдалась минусовая температура воздуха, а в ближайшее время синоптики прогнозируют обильные осадки в виде снега. В связи с этим сотрудники МБУ «Зеленый город» уже подготовили необходимую технику. Технику готовим, как говорят, заранее, с осени. Получаем паспорт готовности от ГИБДД. Они проверяют наличие техники, рабочее состояние, наличие реагентов, наличие там, лопат, там, ну и там много позиций. В общем, мы уже осенью получаем паспорт готовности. Поэтому из того автопарка, который располагается в Зеленый город, машины готовы, уже реагенты мы закупились, запас песка образован. Поэтому в случае выпадения осадков и дальнейших заморозков мы готовы. В период январских праздников в городе термометр уже показывал минусовую отметку. На дорогах образовался гололед. Сотрудники учреждения провели засыпку главных трасс. Хотелось бы по этому поводу уточнить, что мы выезжаем на обработку не по своему хотению. Хотим выехать или там по своей оценке, да, субъективной, мы выезжаем по требованию предписания ГАИ. Если ГАИ посчитала, что ночью были заморозки, утром, допустим, когда люди едут на работу в 7-8 часов, еще будет гололедица, они как бы нам звонят и говорят: выезжайте, обрабатывайте, да. Да, понятно, что через 2 часа будет плюсовая температура, все растает, но данное действие направлено на то, чтобы в ранние часы, когда люди выезжают на работу там, и так далее, чтобы люди не попали на гололед. Кроме того, в прошлом году МБУ «Зеленый город» по инициативе главы Каспийска Бориса Гонцова получила новые единицы техники для работы в городе, которая в разы улучшила деятельность организации и состояние муниципалитета. Мы получили технику в количестве 7 единиц. Это где-то общей стоимости более 77 миллионов мы закупили. Это что позволит? Благодаря этому мы смогли наконец отказаться от арендованной техники, которая, скажем так, была не в лучшем состоянии, которая по всем нормативам уже должна была пойти на списание. И, соответственно, и нашей работе мешало, и затраты росли там на ее обслуживание. Вот. Порядка 8 единиц арендованной мы отдали. И взяли новую технику, 7 единиц. Ну, машины новые, машины больше. Отметим, что сегодня утром организация также получила новую машину для вывоза ТКО.